Первый раз я каталась на яхте, когда мне было уже 3 месяца. Мне было 3 месяца, а бабушке исполнилось 66 лет. И мы праздновали ее день рождения на яхте Мэри. Это было на одном из греческих островов в Эгейском море. По-моему, Родос или Сими, а может и Халки. Я точно не помню, потому что мы посетили тогда много разных островов. Фужер, разбитый пробкой от шампанского, конечно, на счастье. Тогда я еще не понимала разницы между моторной, парусной яхтой и катамараном. Ну, а все по порядку. Моторная яхта самая дорогая и быстрая. Тут и места много, и комфорта, капитан с командой. Все как в хорошем отеле. Папа только жаловался на какой-то расход. Очень, говорит, дорого на ней передвигаться. За день пару тысяч евро легко в трубу улетают. На море я особо не переживала и старалась почаще улыбаться родителям, а то они волновались больше меня. Морской болезни у меня нет с рождения, и я переносила Катьку гораздо лучше бабушки. Тем более у меня было время отдохнуть и подумать, когда мы бросали якорь в какой-нибудь бухте. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I'd do most anything
You know I change the world. You know I'd do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. You tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. But you my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. My star, love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. Once upon a time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything. For you my guiding light. You know I'd do most everything. Море мне, ну, очень нравилось купаться. Губы облизывать соленые, вода теплая. Плохо, что меня почему-то одну так и не отпускали поплавать. Я вроде уже не маленькая, а ни ходить, ни плавать сама до сих пор не умею. In worlds of
островов Греции великое множество, я пока считать не умею, а бух живописных еще больше. И все их, даже с мая по октябрь, тяжело посетить. Мы спали, ели, купались вдоволь, и нам все нравилось. Но почему-то папа нас все равно увез домой. Надеюсь, что ненадолго. No,